Эрефтув, брахот ле кулям, джамбо сана, хабари джони, магадан габи, камустака юн ляхат. Доброго вечора, друзі, алілюя. Ми потрапили на територію Божого царства, бо церква є представництво Божого царства на цій землі. І ми є церква подяка, ми потрапили до території церкви подяка. Мої вам вітання. Слава Господу, друзі. Дуже важливо, друзі, отримати спасіння. Да, отримати спасіння, бо Господь за нас заплатив ціну, щоб ми увійшли в Боже царство. Бо Господь на хресті Голгофи, Він став бенефіціаром, Він став власником всіх земель світу. Бо Господня земля все ще й наповнює. І Господь нам викупив, купив нам квіток для кожної людини. Людини, щоб увійти в Його царство, бо буде попереду суд Божий. Господь буде судити як власник всіх земель, буде судити землю все ще наповнює. Всіх буде, судити і проходити. То з Богом успів примиритися, то отримує спасіння, друзі. І Господь за всіх заплатив, купив цей квіток. І та людина, котра цим квітком скористається, вона отримає спасіння, отримає громадянство Божого царстві. І церква Божа це якраз територія, представництво Божого царства. Тут збираються люди, друзі, котрі з Богом примирилися, отримали спасіння, і сутність серця таких людей, вони є бажання йти за Господом, пізнавати Господа. Артем, ми вас вітаємо також. Всіх глядачів вітаємо, друзі, хто на нас дивиться в служіння. Тобто, дуже важливо отримати це спасіння, цей квіток, цим скористатися, поки є час, друзі. І тобто церква це є місце, де збираються такі люди. Бо люди, котрі згори народжені, вони отримали спасіння, отримали народження згори, духом ожили і отримали віру, дар віри і життя, Боже життя отримали. Це є люди живі, і живі люди, вони збираються у місцях, де збираються живі люди. Є місця, де збираються люди, котрі не отримали спасіння, не отримали це народження. Господь каже про таких людей, що хай мертвіці хоронять своїх мертвіців. Тобто, мертві хоронять своїх мертвіців. Тобто, це слова Господа Ісуса Христа, що є люди живі і люди мертві. І серед, і це духовне, духовно живі, духовно народжені. Тобто церква це є таке якраз таке місце. І ми також є така церква. Ми збираємося за адресою Базака 63 кожну неділю о 6 вечора. О 7 у нас прямий ефір на Фейсбуці. Також у нас є сторінка на Ютубі, друзі. Ми служимо як церква і помесна, як і церква місіонерська. Ми служимо на Троєщині.
проповідуємо також у Києві, в Україні. Також ми служимо для Кенії, Африки, для Філіппін. Це Азія, Океанія. Ми готуємо служителів для цих країн, друзі. Також ми приймаємо з цих країн місіонерів, служителів, адаптуємо для служіння українському народу. Слава Господу, тобто ми є Боже царство, друзі. І для Божого Євангелія нема кордонів. От. І ви також можете стати частиною цієї Божої родини. Тільки треба з Богом примиритися, друзі. І це примирення робиться через такі слова. Господь, я людина грішна, я каюсь, прости мої гріхи. Введи в моє серце Духом Святим. Або мене своєю святою кров'ю, дух, душу, тіло, та будь моїм Богом та рятівником в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. Амінь, друзі. Тобто такі, кажучи прості слова, але треба, щоб воно було через серце, щоб ви серцем до Бога зверталися. І я зараз почну служіння слова. І я буду казати слово, котре я не спів сказати на прошлому зібранні. Я помолюсь перед початком. Господь, во ім'я Ісуса Христа, призвати Твою благодать, Твою владу, Твою силу, Господь. На це зібрання помажу кожне слово, Господь. Давай Твою, Господь, благослови це слово, Господь. Коснись кожного серця во ім'я Ісуса Христа. Прослався, Господь, я призвати Твою благодать на кожного глядача, Господь. Хай Твоє слово, воно зробить цю справу, на яке було послане, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Даруй спасіння кожної людини, зцілення, Господь, хрещення, Господь, воскрешення, Господь, дай, Господь, їм жити, свише родитися, Господь. Коснись кожного серця, даруй спасіння, Господь, во ім'я Отця і Сина, Духа Святого. Амінь. Слава Господу, друзі, почнемо зібрання і тема, яку я буду зараз казати, вона зветься «Побіждаючий плод» або «Всепобіждаючий плод». Я почав на простому зібранні, але із-за проблем з інтернетом, з устройством, яке робило трансляцію, воно мені не вдалося. А я повторюю це слово, котре Господь мені дав. Тобто, друзі, я буду зараз казати про «Побіждаючий плод». Тобто, треба побачити цю лінію, як плод. Він не сам по собі плод, а обично плод він якогось дерева, обично плод від дерева і від чогось, якогось основання. Тобто плод, дерево, основання. Але основання воно не саме по собі, друзі. І прежде чим стати на основання або прийти в якесь правильне місце для основання, ми слышимо зов, друзі. Зов Божий звучить, і це написано в Божому Слові. Давайте відкриємо, друзі, Божий зов. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 24 стих. «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Тобто, верен призывающий, тобто, есть призывающий, с большой буквы, тобто, Бог он призывает, друзья. И так же самое об этом написано в Откровениях, 3 главе. 3 глава, 20 стиха. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». И буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему даст сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющее ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь, друзья. Тобто, все стою у двери и стучу. Тобто, Господь стучится каждому сердцу, друзья. И інколи таке воно було, и також в житті кожної людини таке трапляється, що коли Господь стучиться у життя, к серцю, і той, хто пускає, дозволяє Господу войти в серце і на його поклик, на його шляхи в Божій путі, з Богом примирюється. І також таке ж саме було і у нас з братом Віктором, і також багато віруючого народу, також чули Божий голос в своєму серці на примирення з Богом, познання Бога Господа і відкликнулись на це, друзі. Тобто дуже важливо відреагувати на цей Божий призив, Божий голос. І, тобто, перше це Божий зов Божий, глас Божий, друзі. І далі, коли ми вже відкликнулись на Божий призив, ми обретаємо основання, друзі. Основання це є Боже Слово і це територія Божих шляхів, Божого откровення і нового життя. Бо людина, яка згори народилася, вона обретає інше основання, друзі. Основання, дух міняється людини і обретається
основання для життя, друзі. Тобто, давайте відкриємо Луки, 6 глава, 48 вірш. Зараз, секундочку. Сорок восьмий вірш. Тобто, давайте раніше, 46-го. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и делаете того, что я, и не делаете того, что я говорю. Всякий приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его? Потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома всего было великое. Тобто, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Аминь, друзья. Тобто, мы ложим основание на камне. А камень есть Господь Иисус, друзья. А также, хочу вам сказать, так же самое об этом же написано, дублируется в Матфея, 7 главе, 24 по 24 стиха. Давайте тоже это прочитаем. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, подоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, подобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению его. Аминь, друзья. Тобто, есть основания, друзья, основания. И Господь нам говорит основания, что мы строим на основании, и что есть основание Божье. Давайте узнаем. Это, давайте откроем 2 Тимофея, 2 главу, 19 стих. Про основание Божье, печать Божья. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Аминь, друзья. Тобто печать, основание Божие стоит, и оно непоколебимо, Божие основание. Основание есть Божие Царство. Тобто основание Божие, оно стоит. Господь, он непоколебим, не имеющий в себе перемены. Имея печать сию, тобто есть как Божий признак, отображение Божье. И Господь, и в этом месте Писания мы видим, какая это печать. Тут написано, какой она имеет вид, эта печать. Слава Господу, потому что есть Божья печать, друзья, и грани этой печати имеет две грани эта печать имеет. И тут написано, какие это грани. Познал Господь своих. Это первая грань, друзья. Познал Господь своих. И как нам понимать эту грань? Познал Господь своих. Тобто, кто имеет на себе Божью печать, то он имеет жажду познавания Бога. Познание Бога. Такого человека влечет на Божьи пути. Влечет на общение с Господом. Тот имеет желание познавать Бога, познавать Его Слово. И такой человек, он приходит, он ищет общение, он ищет церкви, друзья. И такой человек, он не гнушается богопознания, он стремится к богопознанию. И такие люди, которые имеют на себе эту печать, они приходят в Божью Церковь. Они стремятся не пропускать собрания, их не нужно уговаривать приходить к Господу. Тобто на них Божья печать, это познание Бога. Познал Господь своих. И другая ее грань. И да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Тобто такой человек, который имеет на себе эту печать, он
будет стремиться избавиться от своих грехов, отойти и бросить, оставить греховные пути, то быть в полной правде. И это есть признаки печати Божией на жизни этого человека и на этом человеке. Тобто это есть как бы мантия Божья, и признак Божий, и есть Божья печать, и есть явление действий Божьей силы, силы Божьего Царства. Это прояв этой печати, это познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Тобто это есть твердое основание, друзья, и основание Божие також Божьей заповеди. И одна из этих заповедей – не убей, друзья. И эту заповедь невозможно обойти. Бо и сейчас такое время, друзья, что есть такие, есть такие признаки, есть такие сейчас время, когда есть разные каверзные вопросы к Божьему народу, а также Божьим служителям, Божьим епископам и пастырям. И дьявол подходит с каверзными вопросами, как он подходил и к Иисусу, когда Иисус взял и был отведен духом в пустыню. Отведен духом был в пустыню и был искушаем дьяволом. И дьявол поступал к нему с разными вопросами. Дьявол говорил Иисусу: видишь эти камни, сделай их хлебами. Но на это отвечал Господь по Слову Божьему. Он сказал: написано. Так же самое, это самое, он ставил Иисуса на крыле храма и предлагал ему броситься вниз. Написано, что ангелам заповедую тебе и не дадут приткнуться камень ногой твоей. И Господь отвечал ему на то: написано, не искушай Господа Бога своего. А также на первое, что я говорил, он сказал: написано, не хлебом единым будет сыт человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Тобто по слову, друзья, и на всякий каверзный вопрос мы не должны отвечать каверзно по лукавству этого вопроса. Мы не должны сходить с Божьего основания, Божьей истины, Божьей правды, чтобы как бы уподобляться и опускаться на уровень этого вопроса. Не отвечать по глупости глупостью, друзья. Мы должны быть на правде и отвечать на каверзный вопрос согласно Божьего Слова. Если сейчас такой каверзный вопрос, который дьявол искушает Божий народ и служителей, и они через как бы непонимание, может быть, они увлекаются и сходят в эти мутные воды. И первый из этих вопросов, и главный вопрос, это можно ли верующему человеку брать в руки оружие? Вот, такой вопрос. И на этот вопрос нужно отвечать согласно Божьему Слову, что таким образом, что твердое основание Божие стоит, друзья, и имея себя печу, что познал Господь своих и доступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Так же сам Божья заповедь: не убей. Вот. Так нужно отвечать. Мой дедушка, он всю войну он служил в войске, был призван в войско польское, когда был Западная Украина под Польшей, он всю войну винтовку проносил, никого не убил, эта винтовка не стрелял, друзья. Господь даст возможность. И обратно же в чем лукавство этого вопроса? Что это лукавый вопрос, друзья. Если бы был вопрос прямой, можно было бы убивать, тогда был бы четкий ответ. Но нужно на этот вопрос отвечать согласно Божьему Слову. Бо Господь говорит: не убей, друзья. И есть многие претензии. Я слышу претензии тоже к Божьему народу. Люди, которые не относятся к Божьему Царству, они предъявляют претензию разного плана. И на это я могу сказать, что Господь Иисус, Он есть бенефициар, Он есть хозяин земли Украины. Так же самое Господь есть бенефициар и хозяин земли России. Так же самое Господь есть бенефициар и хозяин земли Европы. Так же самое Господь есть бенефициар и хозяин земли Америки и земель островов. Господь на кресте Голгофы выкупил. Он вошел в права, он заплатил кровью Иисуса Христа. И хозяин земли Украины — это Господь. И мы представляем бенефициара этой земли. И люди, которые предъявляют претензии, они не имеют на это права, не имеют на это основания. Бо Господь, когда придет Божий суд, Он будет спрашивать со всех народов, как они пользовались, как они жили на тех землях, которые дал Господь им в користование. Друзья, поэтому нужно иметь это основание, чтобы правильно отвечать, чтобы ложить таких людей на лопатки. Бо бенефициар и хозяин есть Господь.
всех земель мира, в том числе и земли Украины. И мы представляем этого бенефициара и хозяина тут, Божьим Царством, друзья. И то, что люди грешные, они имеют вражду друг с другом, друзья, нам, для нас это не есть основание. Вот. Но мы делаем свою часть, которую нам Господь определил, быть Божьим священством. Ибо Божье священство, оно не берет в руки оружие, оно не проливает кровь, друзья. Бог Господь заповедовал не убей. Господь заповедовал не убей. Тобто это очень важно. И так же самое, как Божья печать, есть много заблуждений тоже в отношении служения Богу. И мы должны увидеть и знать, что есть как бы архитектура, почерк Духа Святого. И мы видим эту архитектуру, почерка этого в деяниях апостолов. Тобто, когда Дух Святой действует, он приводит людей к покаянию, вот, и он ведет людей к покаянию и исцелению после этого. И так же самое Господь, Дух Святой, он строит церковь. И то есть любой труд Божий, благовестие, оно должно приводить и стремиться, чтобы насаждать церкви. Это признак и архитектура Божьего Духа, почерк Божьего Духа, его действия. И мы можем видеть, если, допустим, есть служение благовестия, но нету насаждения церкви, не преследуется насаждение церквей, или даже чтобы те люди, которые не обретали, как бы воцерквлялись, то это, ну, как бы, много вопросов тогда, от какого это духа происходит. Бо служение Духа Святого, оно имеет почерк свой, который явлен и нам дан как образец в деяниях апостолов. Тобто, и Господь утвердил церковь, и Он придет за Божьей церковью. Тобто, без церкви никуда нельзя. И церковь как это представительство и структура от Божьего Царства, друзья. Церковь Божья. И Господь насадил церковь и придет за Божью церковь, за своей невестой, друзья. Это слова Господа Иисуса Христа. И нужно это никак не обойти. И это определяется от какого-то духа служения. Бо я вижу, что есть признаки такого, что люди, может быть, они по незнанию, там что-то, там каких-то вершков нахватались и делают служение, и там стремятся, чтобы были какие-то чудеса, были исцеления, покаяния, крещения. Но если это не, как бы, есть люди эти, которые обретают такое действие, проходят это действие, они не долучаются к церкви, и нету такого, как бы, плана, чтобы из этих людей собирать Божью церковь, чтобы церковь насаждать, то это есть признак того, что это не есть от Божьего Духа, друзья. Бо служение Господу — это есть для того, для спасения и для устройства Божьей церкви, чтобы рождались новые церкви, чтобы они наполняли. И Господь дал нам общение, дал нам жизнь в церкви, друзья. И церковь никак нельзя обойти. И без церкви тоже нельзя, друзья. Поэтому для нас есть признак Божьих печатей. Печать Божия: познал Бог своих, доступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. А также есть признак Божьей архитектуры, как Бог, как Дух Святой действует, как Дух Святой строит. Это нам дано в деяниях апостолов. В Евангелии, в деяниях апостолов, друзья. Особенно в деяниях апостолов. Тобто, и Господь установил порядок, друзья. Тобто, 1 Коринфянам, давайте откроем 1 Коринфянам 3 главу. Порядок, какой порядок Бог установил. Да. Давайте начнем 10 глава. Так. Давайте, наверное, с 5 стиха, друзья. Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто. Но а все Бог возращающий. Насаждающий же и поливающий — суть одно. Но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога. А вы Божья нива, Божье строение. Я, подано мне Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, которое уже положено.
кроме положенного, которое есть Иисус Христос? Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, какого оно есть. Да, друзья. Тобто, друзья, мы не можем положить другого основания, которое уже положено. Тобто мы приходим и мы как бы достраиваем, участвуем в труде, друзья. Если Бог кого-то поставил где-то, бо мы все имеем Божий зов слышим. Но одно дело слышать Божий зов есть, когда кого-то Бог Господь ставит на какое-то служение. И какую-то церковь где-то ставит, там служить, и ставит какие-то служителей. Тобто они поставлены, чтобы совершать служение. И мы видим плод такого служения. Это постоянство. Постоянство труда и силы. И явление Божьей силы в труде этих людей, друзья. Если Господь меня поставил молиться за Филиппины с 19 года, это служение делается до сих пор. Молитва продолжается. Бог поставил. Если Господь поставил нам проповедовать с братом Виктором на Троещине, то это служение, оно продолжается, бо Бог нас поставил. И признак этого, то, что Бог поставил, это есть явление Божьей силы, и явление этой силы, которая, прежде всего, нас дает силы нам это, совершать это служение, поддерживает нас, дает нам устройство и действие благодати, оно затачивает жизнь такого человека. Тобто Господь кого-то ставит на какое-то служение, ставит какую-то церковь в какое-то месте, чтобы тоже совершало служение. И это есть уже как бы Божья как бы разнарядка. Мы все слышат глаз Божий или призыв, но кого-то Бог ставит, тобто кто-то откликается этот призыв, и по Божьей милости, благодати Господь ставит таких людей на служение. Аминь, друзья. Тобто я еще хотел, Иоанна, тобто каждый смотри, как строит. А также, самое, друзья, я хочу еще, чтобы мы не прошли мимо Евангелия, друзья. Бо есть много вопросов, что нужно проповедовать, как, чем служить. И Господь нам дал, есть описано Евангелие, его содержание. Это 1 Коринфянам 15 глава. 1 Коринфянам 15 глава. С первого стиха будем читать, друзья. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживается так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, можно сказать, двоеточие. И сейчас мы услышим Евангелие, что есть Евангелие. То есть можно сказать, что это Евангелие, или то Евангелие, или вот это Евангелие, аджини. Господь и Писание нам показывает именно, что такое есть Евангелие, и какое его содержание. Тобто, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Аминь, друзья, тобто суть Евангелия. И мы проповедуем Евангелие, Господь послал там Евангелие, не что-то другое, а именно Евангелие. Мы его не искажаем, это есть благая весть, друзья, Евангелие, что Господь взял грехи наши на себя, умер и воскрес. Это есть Евангелие, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что борьбой воскрес в третий день по Писанию, друзья. Аминь, тобто это есть Евангелие, и нам это ориентир, и когда мы приходим служить, мы проповедуем Евангелие. Это мы проповедуем главную весть, потом мы
это более еще как бы разжевываем и доносим Слово Божье и христианскую жизнь в этом, после этого Евангелия. Тобто, ключевое и основание служения, это есть проповедь Евангелия, друзья. И оно обязательно должно быть проповедано и озвучено на служение как на улице, так и при личном общении. Это есть суть христианской веры, друзья. Подвиг Иисуса Христа. Евангелие Божие, благая весть. Тобто, друзья, так же самое Бог поставил, Бог поставил на основание, чтобы мы были и приносили плод. Для плода поставил нас. Это Иоанна 15 глава, 16 стих. Сейчас я тоже открою. Не вы мне избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы плод у вас пребывал, дабы чего не попросите от меня, от Отца во имя мое, Он дал вам. Тобто Бог нас избрал и поставил нас. Господь ставит, друзья. И для чего? Для того, чтобы и шли и приносили плод. Также Господь поставил в церкви, друзья, кого-то апостолами, кому-то пророками, кому-то евангелистами, кому-то пастырями, служителями. То есть Божий порядок. И это есть Божье правило, и Бог есть Бог порядка. И когда вы приходите в какое-то место, где уже кто-то уже совершает служение, то вы должны понимать, что Бог там уже поставил, там уже есть какой-то порядок. И вы должны приходить и с этим порядком считаться, и свой труд как бы участвовать как соработники в труде, кто уже как бы вы имеете труд, как бы достраиваете, вы влучаетесь своими дарами, силами и достраивать той конструкции, которая уже стоит, в том месте, куда вы пришли. И люди, которые имеют, и которые поражены бесчинным духом, они не взирают ни на какие чины и ни на какой порядок. Они приходят, чтобы все разрушить, чтобы делать именно как они хотят. Это люди бесчинные, это люди вероломные. Вот. И вы должны понимать, когда вы куда-то приходите, вы должны принимать тот порядок, который там есть. Бо мы не можем поменять порядок, бо главный порядок уже установлен, и никто не может положить другого основания, только которое уже Бог положил. Иисус Христос Господь. Он же тот, и мы все участвуем как соработники в Божьем труде, в Божьем повелении. Бо Господь сказал, идите до края земли, проведу Евангелие. И мы исполняем это повеление. И мы своим трудом достраиваем то здание, наш участок пути жизни, друзья. Тут это есть Божий порядок. Но Бог поставил нам и дал нам указание, чтобы мы и шли и приносили плод, друзья. Плод. Да, плод, есть разный плод, друзья, от разного основания. Если ты стоишь на правильном основании, то тебе будет плод угодный Богу, который Бог принимает. Бо когда люди строят на неправильном основании, допустим, они строят на своем эгоизме, к примеру, или на желание, чтобы прославиться, или чтобы его имя прославилось, или то есть они строят, служат людям, не имея к людям любви, как бы играют тоже. Это не есть правильное основание, и такой труд он потерпит урон, друзья. Не будет он, и люди не будут это воспринимать, бо чтобы людям служить, нужно быть искренним человеком, нужно служить от сердца. И высший плод — это любовь, друзья. Давайте откроем Матфея, чтобы пройтись по этой теме плодов. Сейчас я тут с закладками разберусь, да. Плод, да. Аминь. Матфея 7:16. Давайте откроем Матфея 7:16. Да. Ага, плод, я понял. По плодам их узнаете их. Аминь. Собрать ли с терновника виноград или с репейника смоквы?
І так всяке дерево добре приносит і плоди добрі, а худое дерево приносит і плоди худые. Тобто по плодам їх узнати, яке це дерево, і на якому основанні стоїть це дерево, друзі. Якщо це основання Боже, то будуть Божі плоди для праведності Божої, угодні Богу. А якщо основання невірне, то будуть такі ж самі плоди, друзі, не маючи в собі, не даючи житті, бо можна служити Богу, не маючи любви к людям. І такі дії будуть бити людей просто. Ти можеш і бити людей Божим Словом. Тебе просто хочеться, щоб твоє служення підіймалося, твоє ім'я росло. От, ти, как би, тебе внешнє, ти бачиш своє ім'я, і ти, как би, не маючи любви, ти починаєш бити людей. Вот, маніпулювати, бити людей, іграти в театр. Но это не есть плод, который от Божьего дерева. Тот плод, который стоит на Божьем основании, он имеет любовь к этим людям. И он идет от сердца, друзья. И плод сердца есть эти действия Божьей любви, помазанной Божьей любви и внутри Божьей любви. Можно говорить Божье слово, и любое слово без любви, оно будет бить человека. А если говорить с любовью, даже внешне не имеющие признаков, допустим, Писания, можно просто говорить с человеком, имея сердце к нему любовь. И простыми словами, словами не из Библии, просто употребляемыми в ходу для передачи смысла. И такое слово, оно будет касаться сердца человека. Это уже будет проповедь Божьего Слова и явление Божьего Духа, друзья. И нужно стремиться, чтобы служить сердцем и в любви, и о любовь всех выше. Давайте откроем. Ага, Иоанна. Так же самое Иоанна 15:16. Секундочку. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод. Чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не просите во имя от Отца, во имя мое, Он дал вам. Аминь, друзья. И Он все заповедует вам, да любите друг друга. Также 1 Коринфян давайте откроем, это послание любви, 1 стиха. Первое Коринфянам, 15 глава, 1 стиха. Напоминаю вам, братья, секундочку. А, извините, не 15 глава, а 13 глава, выбачаюсь, 13 глава. С первого стиха. Если я говорю языками хаотическими и ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы представлять, а не имею любви, то я ничто. Если я отдам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем, отчасти пророчествуем. Когда же наступит совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенческой мысли, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то стал младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, когда же лицом к лицу, тогда я знаю, когда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывай сии три, вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Тобто любовь главенствует, друзья. И это есть основание и плод. Плод от основания истины, друзья. И плод любви. И все, что мы делаем в любви. Тобто нужно просить Господа, чтобы совершать благословенное служение. Чтобы Господь наполнил ваше сердце для служения. Чтобы вы могли не играть в театр, а чтобы это было исходило из вашего сердца. И люди чувствуют содержание, людей не обманешь. Когда просто говоришь тетральные слова или правильные слова, допустим, то люди чувствуют
есть ли что-то в этих словах или нет. Если у тебя сердце, то это будет, друзья, явлено, это Божья сила, Божья любовь из твоего сердца. Если там у тебя сердце пустое, то слова будут как медь звенящие. И прежде всего слова больше, более нужно стремиться к делам, показывать делами, друзья. Дела, слова, дела. И все это в любви, в плоти любви. Евангелие, проповедуя Евангелие, друзья, проповедуя Божье Слово, исполняя Божью миссию, Божье поручение, которое Бог дал каждому, где Бог поставил. И мы так же самое служим, друзья, и поставлены нести это служение. И слава Господу, Господь нас довел до этого часа, до этого момента, друзья. То, что я вам говорил сейчас об основании и о плоде. А сейчас мы переходим к влиянию от этого плода и сути служения. И, как бы сказать, разумение употребления во времени, Господь, и влияние служения. Давайте откроем Исход, друзья. Исход, 17 глава, 11 стих. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Друзья, то когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль. А когда опускал руки свои, то одолевал Амалек. То мы видим, что маленькое действие Моисея, оно задавало погоду, задавало погоду и темп, и задавало ход истории, в частности, на поле боя. Моисей не был с мечом или с автоматом на поле боя, но Моисей делал свое дело, которое Бог ему поручил, это поднимать жезл, держать жезл над своей головой. И когда он поднимал, то одолевал Израиль, а когда опускал свои руки, то одолевал Амалек. То такое действие, и это был плод. Плод его веры, и он был совершал служение, находясь на своем месте. Его служение в тот момент это было поднимать этот жезл держать. И он, этот жезл, его действия, они задействовали те механизмы, которые влияли и влияли на исход битвы. И влияли на битву, друзья. То, кто и нас, каждому, где Бог поставил, исполнять видение Божье, то поручение Божье, чтобы он... Вы должны себя видеть, друзья, как держащий жезл, и видеть, что ваши шаги, ваши действия, это есть дающие победу, друзья. И это часть вашего счастья в этой борьбе. Кого-то Бог, кто-то там стоит в окопах, а мы здесь, друзья, и мы несем свое служение. А также давайте еще откроем Бытие, 28 главу, 12 стих. Увидел во сне, вот стоит лестница на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. Это лестница Якова, друзья. Тут описано сон, который видел Якова. Он видел лестницу, которая стоит на земле, вершина лестницы касается неба. Тобто и ангелы Божии сходят и нисходят по этой лестнице. Тобто это есть прообраз исполнения Божьего поручения, Божьего пути, Божьего видения. И мы, когда исполняем это видение, мы восходим по ступеням этого видения, друзья, по ступеням видения. И этому пример есть в нашей церкви, когда я делал труд, делал титры, и эти титры потом стали мне ступенью и помогли мне войти в служение международное миссионерское, друзья. Это для меня стало этой ступенью Иакова. Я увидел исполнение этого слова. Тобто, когда мы делаем, мы поднимаемся, как руки Моисея, они поднимаются, мы исполняя то же самое, как поднятие этих рук, или как поднятие по ступеням Иакова. Мы влияем, мы как бы притягиваем благословение, мы притягиваем победу, друзья, каждый на своем месте. Но знаете, что Божье, кто поставлен в Божьем, вокруг Божьего вращается история, друзья. Это самое, как Ной вошел в откровение и предрек судьбу народа, друзья. Вокруг исполнения откровения Божьего вращается история, судьба всего мира, так же самая судьба Украины. И мы имеем свою часть. Церковь Подяк имеет свою часть в этом труде Божьем. И имеет свою часть в как бы притягивании благословения на эту землю. Бо там, где Божий проект воплощается, та земля, тот народ благословляется. И мы есть благословением. Наш труд он благословляет, он притягивает победу, он делает перевес. Когда руки Моисея поднимались, то одолевал Израиль. Когда наши руки там, где надо, поднимаются, и мы совершаем то, что нужно, то одолевает народ Украины, друзья.
Также получает свободу народ России от нашей победы. Бо те большевики, коммунисты, которые пришли во власти, они в плену. Сейчас народ России в плену, как большой гулаг, друзья. Так же самое, и не только они, там, где есть большевизм, это Северная Корея, Китай, есть очаги тоже коммунизма на Филиппинах, тоже люди, которые попали в рабство этой идеологии, как зависимость это. И наша победа, она будет влиять, и очень важно, вы должны видеть свои шаги, как дающие победу, и вооружиться силой для того, чтобы для этих шагов, друзья. Когда мы входим в это понимание и видим эту взаимосвязь между нашими действиями, нашим служением, и как это влияет на историю, ход событий, действий, тогда ты получаешь силу, и ты обретаешь силу, чтобы делать эти шаги, друзья. И важность, и значимость, видеть значимость. Ибо когда мы не видим взаимосвязи и значимости, можем терять отношения правильно и ослабевать, как бы думая, что к чему это нужно. А когда ты видишь, как оно в общем ансамбле событий, как пазл, и пазл влиятельный, который задает направление, когда ты видишь, что от этих твоих маленьких шагов зависит многое, и победа Украины, то ты будешь усердным на этих шагах, друзья. Поэтому нам нужно обретать еще более усердие, еще более быть усердными, чтобы исполнять Божью волю, Божье поручение, чтобы приблизить и увидеть своими глазами уже освобождение нашей страны, друзья, нашего народа. И видеть примирение нашего народа с Богом также. А также видеть освобождение и раскаяние народа России, друзья. Бо Господь имеет планы, ибо народ России, народ Америки, это все есть образ подобия Божье. Бо дьявол не совершил и не сделал ни одного человека, а человек есть образ подобия Божье, друзья. Поэтому очень важно нам, друзья, тоже это разуметь это и видеть значимость наших шагов для воплощения этой победы, друзья, нашего народа. И мы видим благодать Божью, которая явлена, и Господь дал нам дух победы. Он дал нам в сердце для того, чтобы мы этого духа держались верою и от него имели силы. Он нас питает, дает нам силы. Это как ангел, который приходил в сад Гефсиманский и укреплял Иисуса Христа. Так вот, сам этот дух перемоги, он нас укрепляет. Это как большой Божий ангел победы украинского народа. Он нас укрепляет, нужно верой его держаться и укреплять свою веру от этого. Мы видим благодать, друзья, она явлена в поддержке нашего народа и финансовой, и военной, и гуманитарной, и молитовной, друзья. Так что будем побеждать нашим плодом. Плод, который побеждает, друзья, этот плод, он плод, который побеждает, он рожден от дерева, которое стоит на правильном основании, на основании Божьем, непоколебимом, который есть, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господне. Это есть Божья печать, которая нарекается на жизнях таких людей, на их поведении, на их исповедании, на их манерах, на их голосе, на их то, о чем они думают, где они ходят в своих мыслях, на их путях, друзья. Это есть признак, кто пришел и какой дух на ком человеке. Это видно по этой печати. Она является через поведение людей, через их исповедание. Тобто богопознание, жажда богопознания, познавать Бога, познавать Божьи пути, волю Божью для себя познавать. Для каждого жизни человека есть Божья воля. Также отходить от злых путей. Ибо отойдет от всякой неправды исповедующий имя Господня. Аминь, это есть Божья печать. Она на нас, друзья. И бенефициар, и хозяин земель есть Господь всего света. В том числе и Украины, друзья. И Господь будет на Божьем суде принимать отчет от каждого народа, от каждого конкретного человека за свою жизнь. Как он употреблял тот дар жизни, который дал ему Бог. Вот. Мы чтобы знали, что хозяин земли украинской есть Господь. И эта земля была дана в пользование народу Украины. Чтобы мы это понимали, что хозяин земли есть Господь, друзья. И это есть главный бенефициар и хозяин. И он это все право выкупил на кресте Голгофы. Аллилуйя.
і Бог є творець, неба і землі, друзі. Тим більше. Слава Господу, друзі. Таке слово я хотів вам передати і вас утвердити в чому-то, хто в чому-то пошатнувся. Дуже важливо нам не сходити з правильного основання, з основання вірного. На каверзні питання ми повинні відповідати, видіти суть каверзи, яка там каверза, і відповідати Словом Божим. Ніхто не може обойти, і Господь не відмінив заповідь «Не убей». Вот так. Поэтому нужно отвечать по Божьему Слову. Так же самое мы имеем люди, которые жили в прошлом столетии, когда был Советский Союз, когда были гонения. Они знают, что такое, как пример епископа Сергея Нечитайло, когда он, я это его свидетельство, когда он, его призвали в армию, он отказался давать присягу. Вот. И мы так же самое, мы Богу присягнули, Божьему Царству. Мы не можем уже давать присягу ни Украине, ни кого-то другой стране. Вот. И за это Сергей не читал, там у него было стране тоже, и понес гонение за это в то время. За Божье Слово, за Божье верование людей сажали в тюрьму. И Господь являл. И люди, которые были в то время, они быстро дали бы ответ на такой вопрос. А наш век, как бы более с такой размыт компромиссами, кто вкусил, отравился компромиссами, тот слабо понимает, слабо видит суть и духа не различает. И мне очень прикро, что вот многие некоторые епископа, которые должны были четко ответить на такие вопросы, они увлеклись этой водой, с которой этот вопрос, и опустились на этот же уровень этого вопроса. То есть надо опустить в корень и устанавливать истину. И те люди, которые такие вопросы задают, нужно их помочь, чтобы они тоже вышли из этой воды мутной и обрели основание, и вернулись на основание. Нужно их вытянуть на основание правды, истины. Основание, которое непоколебимое, имеющее свою печать. И она такая, что познал Бог своих и доступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Как печать Божия, но черным по белому написано в Писании. Аминь, друзья, помолимся. Господь, во имя Иисуса Христа, призываю Твою благодать, Твою силу, Твою владу, Господь. Утверди нас, Господь, на правильном основании, Господь, чтобы мы приносили верный плод, Господь, в любви, Господь, во имя Иисуса Христа, угодный Тебе, Господь. Благослови нас на труде, Господь, совершить свое поприще и совершить свой труд, который нам послал и поставил нас во имя Иисуса Христа. Благослови нас, призываю Твою охрану и защиту на каждого Твоего Божьего служителя во имя Иисуса Христа, на наш путь, за охрану, защиту, Господь. Благослови, Господь, чтобы мы еще более принесли плода для Твоего Царства, Господь. Во славу Твою, Господь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь, друзья. Сейчас будет служение молитвы. Прошу, брат. Господь, во имя Иисуса Христа, призываю Твою благодать, Твою Твою силу, Господь, на все крайны света, Господь, на все народы, Господь, за Твою благодать, дарую спасение, Господь, наполни ковчеги Божии, Нового Завета, Господь, церкви наполни по всей земле, Господь, от каждого народа, Господь, от края до края, Господь, даруй спасение, чтобы вошли в Божье Царство, Господь, Божие, как можно больше людей, Господь. Благослови также и нас тут, наше служение маленького ковчега, Господь, на Троещине, Господь. Благослови, Господь, нас, Иисуса Христа. Также призываю Твою благодать, благословляемо Украину, народы света, Господь. Даруй спасение народу России, Господь. Пусть всякое зло от них уйдет, они для этого зомбирования освободятся во имя Христа. Благослови, чтобы каждый народ вошел в призвание Божие, Господь, Иисуса Христа. Даруй свободу народу Северной Кореи, Китая, Господь, России и других мест, других людей, которые попали в обольщение, в сеть дьявольскую, попали в зомбирование, Господь, в рабство идеологии, Господь, греховной, безбожной идеологии, Господь. Благослови, Господь, даруй спасение, Господь. Благослови, чтобы мир пришел на землю Украины, Господь. Благослови освобождение земель украинских во имя Иисуса Христа. Прославься, Господь. Аллилуйя. Так же самое, Господь, я
приказываю всякие болезни, всякие немощи, утепрочиваем всякого симптома болезни, я связываю, сокрушаю, приказываю утепрочь, выйти вон всякому симптому болезни во имя Иисуса Христа, Господь. Полной силы мне прямо зараз во имя Отца и Сына Духа Святого. Аминь. Отче, мы дякуем тебе за твой план для нашей ненькой Украины, який чітко збувається через пророка Ісаю. Слава тобі, Отче. Ібо які б сили дьявольських духов, злоби піднебесних, інші, ми старалися його повредити, зламати, відмінити. Це їм ніколи не вдасться. І хто б там не був при нашій владі з інших сил від посланих духом злоби піднебесні. Їм теж це не вдається. Ібо Господь сказав, що всі, взявшися за меч, мечом погибнуть. Тому твій план, Отче, ніхто не в силі змінити. І ми дякуємо тобі за те, що він збувається на нашій країні, на нашому народі. Він поступовий, він вимірений, він завжди вчасний, на ньому справи точні. І ми віримо, як би народ не страдав, як би це не було тяжко, твій план збудеться відносно України. І Україна переможе в цій війні, Україна буде розбудовуватись, Україна буде розбудовуватись і духовно, і матеріально. І все краще, по твоєму слову, чекає Україну, і воно збудеться. І слава тобі за це, наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь, друзі, ми вас благословляємо. Блесію, пах паленка, хаване седей, маганда арав, хаве гудвек, маганда лінго. Гарного дня вам, гарного тижня. До побачення, друзі. Побачення.